все. Надо было все границы, все. Да. Да-да. Да-да. Да. Да, кто это? Я все знаю, они звонили, меня не было дома. Ну, теперь я-то, значит, с этим Дадашевым не говорил, из Ленинграда, когда он звонил. Но мне передали, что как будто бы и эти сроки возможны в случае, если, значит, ему прикажет какое-то более высокое начальство. Но это уже невозможно. Ужасно сложно. Да, да, я знаю. В смысле декорации, что ли? Да. Но это как будто бы они берутся сделать. Понимаете, как трудно, вот я не знаю, вот это надо же соображать. Да, ну понятно, понятно. Ну ничего. Ну, в общем, разберемся. Пока, значит, раз 15 июня, это уже легче. Ну хорошо, счастливо. Всем привет. До свидания. Дон Кихот Ла-Манчевский приготовлен к аудиенции. Вполне, ваше высочество. Многие храбрецы теряют голову, приблизившись к трону. Он не испугается. Дон Кихот всегда остается Дон Кихотом. Вот что особенно смешно, ваше высочество. Любопытно. Пусть войдут придворные. Бои с волшебниками и великанами должны были утомить вас. Что?
Что вы, ваша светлость, утомительно сидеть сложа руки, когда дороги Испании полны нищими, а селения пустыми. Только и отдыхаешь, пока сражаешься. И многих вы спасли от нищеты и горя. Нет еще. Но видит Бог, я старался по мере моих сил. Дорогой рыцарь, забудьте о дорогах и селениях. Вы приехали в замок и окружены друзьями. Поведайте нам лучше, почему вы отказали прекрасной Альтисидоре во взаимности? Мое сердце навеки отдано Дульсинее Тобоско. Она зачарована, и никто, кроме меня, не знает, как она прекрасна и как несчастна. Все серия позирований. Это консерватория после Ленинского времени. То же самое. А это вся ерунда, ерунда, ерунда. А, вот это снимал я. Это Эфиопия. Это я позирую для художника. Ну, это нефтяные камни. Это не я снимал. Потому что вот я прыгаю. Это очень сильно увеличенная маленькая фотография. Шостакович и я. Ну, это мама. Мост Сан-Франциско. Вот один из домов Нью-Йорка. Я его снял таким падающим нарочно, такой ракурс сел. Тоже вот для художника. Вот то, что получилось. Плохая, по-моему. Да? Как? Конечно, плохо. Это вам не интересно, это вам не нужно, не нужно, не нужно. Это семья моя. Совсем маленькие дети. Вот фотографии, которые цены, на мой взгляд, нет. Это мы на квартире у Стравинского. Вот еще фотография Стравинский. Вот он о чем-то очень так темпераментно обсуждает, кому-то угрожает. Это тоже я снимал. Шевелян в Караваджо погибли. Один из этих погибающих. Это демонстрация первомайская, очень давно. Тогда мы старались идти чуть ли не военным шагом. Ну, один из неприятных эпизодов жизни, болезнь, больница. А это Египет, Александрия. Это я снимал. Это я назвал две сестры. Как жена фараона, видите, красивая очень. А это современная египтянка. Вот. А это, значит, для туристов Асуэт назвал стоянка такси. Вот это одна из фигур Луксорского храма. Масштаб ясен какой. Это на поле, это очень показательный участок. Потому что, видите, хлопок очень жизнеспособный здесь. Это мы в колхозном клубе. 45-й год, декабрь. Москва. Годы учебы. Ну, это я в школьные годы. Это портрет Узейра Гаджибекова. Какие бы превосходные степени не прилагать к его имени, все это покажется недостаточно. Вот инжировые деревья, они очень интересны, когда они сухие. Как живые существа. Правда? Вам не нужно, не нужно, не нужно. Это американский композитор Самуил Барбер. Я смотрю на него снизу вверх, только потому что росту ниже его. А-а-а!
Это мы по районам ездили, Да, значит, это было в 38-м году. Я и мои товарищи, еще совсем зеленые ребята, поехали в фольклорную экспедицию в Мухинский район. И вот, блуждая по деревням, мы наткнулись на ансамбль «Зорначей». Мы обратили внимание, что это какие-то удивительные музыканты, удивительные виртуозы. Потрясающие музыканты. Основной солист их был Джафаров. По-моему, летом того же года состоялся всесоюзный физкультурный парад на Красной площади. И мне пришла в голову дерзкая мысль. Ну, «Зорначи», вы знаете, это люди, которые импровизируют, никаких нот они не знают. Все-таки я пошел на очень такой... Сейчас я не знаю, пошел бы я на это или нет. Но очень смелый эксперимент. Значит, в заключительном номере выступления нашей делегации, который шел как быстрый танец национальный, как так, я решил соединить их с духовым оркестром. Я написал музыку для всех остальных номеров для оркестра, а заключительным, значит, солирует Джафаров, потом Корозу начал и ударные инструменты. Духовой оркестр играет аккомпанемент, и они вдруг в самый такой кульминационный момент вступают этой, значит, зурна. Вы себе не можете представить, как это получилось здорово.
Не очень изящно. И слова? Все, теперь вот я хочу идти аккуратно, слушай. Да, левую руку. Я хотел почувствовать сон. Это же хотел сон. Вот с пением? Да. О, это никогда не посильнялось. Тут уже, тут слияния никакого не было. Тут все по-разному. Немножко это вот справа. Вот здесь ухо, что-то такое. Нет, нет, нет. А здесь? Нет, нет. Я в прошлый раз не заметил. Это вообще уже можно спокойно сказать, да? Пожалуйста, да. Так, теперь это финальный. Финал, да? В самом конце. А может быть, вот финал, а, я помню, как это с октавами? А, вот, пошелся? Эти октавы я сделал их так вот. Я немножко... А тогда надо сначала сыграть. Надо учиться тому, как большие мастера находились на острие, так сказать, прогресса своего времени, и как они умели вот эти мысли, прогрессивные, новые того времени, облегать в великолепную творческую жизнь. Вот тому, как они себя вели в свое время, и как они это еще выражали, вот этому мы можем учиться. То есть той гармонии, которая создавала, так сказать, личность, общие социальные, так сказать, проблемы и художественный тон. Но вместе с тем, композиторы прошлого обозначали, вроде бы, все буквы своего алфавита в самом начале своего творческого пути. Возьмите Моцарта. Он мог разрабатывать круг средств, воспринятых им даже в начале своего творческого пути. Конечно, все это усложнялось, становилось все более тонким, отточенным, более интеллектуальным. Ну, все время, так сказать, качество росло, но круг был один и тот же. А в наше время композитор должен находить в себе силы покидать какой-то круг, так сказать, разнайденных каких-то вещей, сбросить груз, так сказать, перейти куда-то в следующий круг, не будучи уверенным, что в нем еще он будет закончиться. Но это не значит, что надо быть всеядным. Наше время течет быстрее, оно более напряженное, оно более упругое. Оно проносится мимо нас, как вихрь, а не как ветерок. Ну, урагане, так сказать, события, урагане сложных ситуаций, урагане сменяющихся, так сказать, настроений, радости, победы, какие-то поражения, стремления, так сказать, преодолеть трудности какие-то. Это все очень завинчено круто в наше время. Одно поколение композиторов нашего века, 20 века, особенно со второй половины 20 века, переживает несколько музыкальных эпох. Поэтому художник нашего времени не может повторять сам себя. Потому что он, если хочет идти вместе со временем, он должен ускорить какой-то темп. Thank you.
В эти юбилейные дни, когда дорогому корабль Пазучу исполнилось 50 лет, мне хочется ему пожелать крепкого здоровья и больших творческих успехов. Творчество Караева получило большое признание как у народа, так и у правительства. Караев является лауреатом Ленинской премии, лауреатом государственных премий, академиком Академии наук Азербайджанской ССР, профессором Азербайджанской государственной консерватории. Это все сопутствующие какие-то вещи. И, видимо, не самое главное, если когда ты творишь, уже предполагать те награды, которые тебя за это ждут, пожалуй, ничего не сочинишь. Ну, это приносит удовлетворение, конечно, это очень радует, это приятно. Но самая большая трудность для человека, который относится к творчеству серьезно, это найти свой путь, свой почерк, то, что органично связано с твоей натурой, взглядом на жизнь. Композитор всегда представляет себе идеального слушателя, того, который всегда его поймет. И если вот это представление об идеальном слушателе не оправдывается в жизни, и ты отрываешься от людей, для которых все это делается, это несчастье. Если ты правдив, если ты искренен, если в тебе есть какая-то искра дарования, если ты владеешь своим ремеслом, и тебе есть что сказать людям, ты не оторвешься от этих слушателей. Не нужно ни под кого подлаживаться. Подлаживаться под ограниченные представления, это, конечно, недобросовестное отношение к своему делу. Этим я никогда не занимался. Очень хорошо, когда детям поют. Обязательно надо петь. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля. Это играли. Все время оркестр играли. Проходит по городу, играет этот оркестр. Как только он услышит, мне делает. Я беру его, вы уже видите, да, как бывает с ребенком. Я уже беру на балкон и стою, он слушает. Потом... заходит, уже молчит, только он мне не говорит, что он уже запомнил кое-что. Она берет его. Я была в гостях у бабули. Это еще девочкой была. И я, значит, с ребенком выхожу к ним в гости. В это время смотрю, Женя, дайте мне его, она обожала его просто. Пошла она, в это время бежит обратно и кричит, пальчик, пальчик, Карик поет. Что ты говоришь? Какой бой, что поет? Вот ты послушай. А ты сказал тогда ему, он тоже ее любил. И говорит, Каленька, а ну-ка ты нам запой. Он начал говорить, ля-ля-ля, как он это сделал, я обалдела. Нет, это не может быть. Чудо. Когда я почувствовала, что Карику 1.5 года уже, он начал петь «Эх, яблочко», и начал петь «Чижик-пижик». Почему? Потому что я играла на пианино для него. И перед сном всегда пела ему песенки. Он любил страшно. Мама, пой, пой. И вот я помню, что он страшно любил песни. И это очень хорошо, когда детям поют. Обязательно надо петь. Пение страшно развивает у детей этот слух. И вот представьте, после 6, когда я увидела, что я могу не дать того, что нужно, я его отдала той учительнице, где я училась с техниками, Черняховской. И эта Черняховская устроила вечер. Им было 7 лет или 8 лет, когда он выступил 4 руки. И когда он выступил, это самое, с родительницей сидели, мы концерт устраивали каждый раз. Стали все хлопать ему, и все, Карик, Карик. Он бросился на меня и говорит, мамочка. Я его поцеловала, я помню, я прослезилась. Позвонила дедушке, дедушка очень был за музыку, а папа был против. И я звоню ему, папа, он только что с концерта, ты знаешь, как успешно? Ничего, подождите, через несколько лет у него будет афиша на стенах, дедушка сказал. А потом, когда ему было лет 8-10, по-моему же он был школьником, спасибо, не беспокойся, уже школьником был, я его определила
На армянской улице как назывался? Это школа, что ли? Музыкальная школа. И там же я преподавала уже. Он же там был прям бог. Когда я вела его в музыку туда, в это время Узеев проходит. И говорит, ага, Сонахана. Оказывается, говорит, сэр, яхши композитор, оулун да вар. Дирам, ой, Узеев, яны бэле ола билэр. Йох, олачах. Бу композитор олар. Thank you.
узнать ваше отношение к скрипичному концерту. Я познакомился с ним вот недавно. И сразу с первого же проигрывания мне очень понравилось. Это, конечно, яркая музыка, как и всегда у этого композитора. Очень эмоциональная. И те новые средства, которыми он здесь пользуется, они совершенно органически вытекают из его индивидуальности. Поэтому мне кажется, что за последнее время это очень яркое достижение, обогатившее не только скрипичную музыку нашу советскую, но и в целом большое достижение наших композиторов. Thank you.
Спасибо, что пришли. Я смотрю прямо на него. J'étais très intéressé par les œuvres très originales. Il y a des continuellement des idées très intéressantes et je dois avouer à ma grande honte que je ne connaissais pas encore cette œuvre et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de l'entendre à nouveau en France, que ce sera joué dans quelque temps. Вы нашли, Рудольф Борисович? Да, спасибо. Спасибо. Очень рад тебе еще столько жить и столько писать. Спасибо. И в том же столько стиле. Нет, жить столько не проживет. И в том же стиле, дорогой. О, вот это мне нравится. С прогрессом. Да, надо стремиться к чему-то дальше, такому. Ну, правильно. Я вам хочу. Все кончилось. Все сначала Джек такого вопроса себе не задавал. Вы меня заставите расплакаться. Что значит счастлив? Говорить о том, что человек, так сказать, художник счастлив, мне кажется, что довольно трудно себе представить такую комбинацию. Но если художник почувствует, что вот он достиг, так сказать, полного счастья и удовлетворения, то тут дело остановится. Можно считать его конченным человеком. Именно вот в поисках этого счастья и в стремлении к нему, к ощущению, так сказать, вот преодоления каких-то трудностей на пути вот, к достижению этому ускользающему постоянно идеалу творческому, по-моему, и есть настоящая вот такая дорога художника и естественное, по-моему, состояние неудовлетворенности, побуждающее тебя идти вперед. Ненавижу объяснять музыку словами, но для смеха я вам расскажу. Может быть, это как-то поможет. Представьте себе, что значит, что-то происходило. Человек как был, начало фуги – это начало какого-то зла. Знаете, вот Гоголь начинает, хотя там она и шутливая, эта тема. Представьте себе, какой-то негодяй сидит, пишет на кого-то анонимку. Я шучу, понимаете?
И потом эта анонимка обрастает вот целым комом комиссии. Этого человека мотает туда-сюда. Уже это дело не остановишь, понимаете? Сгорает все. И вот когда остаются социалисты, это как бы уже искры оставшиеся после того, понимаете, что произошло. И вот потом, когда вступает, вы с высоких ног вступаете, все, что человек остается жив, и он остается прав, понимаете? И хоть он кричит, вот он стукает кулаком по столу, а я здесь. Ничего не помогло. Понимаете, этого не выходит. Фуга звучит хорошо, а это звучит, так сказать, начало хуже там немножко. Но вот этой цельности, понимаете, этого нет. А весь конец это очень прозрачный. Это конец не финала, а всей симфонии. Так что вот себе представьте такую грубую, такую картину я рассказал. Там, и может быть, каждый из вас, если об этом подумает, помогут и дирижеру, и, так сказать, произведению. Знаете, там фуги закручиваются, это страшно. Потом остаются только отсветы, вот когда отдельные солисты, понимаете? А вот потом, когда вступает опять на высоких звуках, понимаете, это вступает опять правда, понимаете? Очень убежденно, очень крепко, очень драматично. А не просто визжать. Тут не визжать надо, а тут надо дать красивый такой какой-то, понимаете, громкое, такой протестующий какой-то тон. Я наговорил лишнего, может быть, ну а может и поможет.